Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте все, меня зовут Ведьмак. Я так тяжко вздыхаю, потому что мы продолжаем проходить вот это вот вонючее зеленое болото в игре Bloodborne. И я предчувствую боль и страдания, видите, у двоих вот этих вот ребят, слева и справа, Лёлика и Болика. И они собираются кидать в меня камни, а там внизу ползают эти вот белые мразоты. Ну там тоже какая-то херня, какой-то черненькая белеется или там плут, просто не знаю. В общем, все очень плохо. Меня хотят убить самым изощренным способом. Я даже не знаю, на кого нападать первого, на левого или на правого, и как вообще на левого подняться. Ну ладно, пойдем смотреть. 50 тысяч душ, подумаешь. Какая мелочь. Так, ну не отсюда же мы пойдем. Подожди. Лут. 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 Я должен его взять. Сейчас у меня, наверное, прилетит камень. Ну, естественно. Кто бы сомневался. Иди ты нахер. Я успел до отравления. Смотрит на меня. Не смотрит на меня. Так, я хотел бы его как-нибудь обойти так, чтобы он не начал меня кидать. Сделать это можно, спрыгнув где-то тут. Ты же не кидаешь меня, не? Нет, он добрый, он не кидает. Вот, потом как-то под ним пройти. Так, я пока стою, он там ничего не удумал. Под ним пройти, чтобы он не смог вообще меня кидать. Но там плавает, правда, вот эта дрянь. Ой, опасное место. Так. Секундочку. Продолжаем. Звук немного заглючил, пришлось перезапустить. Так, иди отсюда, ложка. Ой, не нравится мне вот эти вот плавающие мракобесы. А что делать? Убивать-то их надо. Медленное отравление. Так, ты же меня кидаться не будешь, ты же хороший. Циклоп или кто-то там. Гигант, не знаю. И вот. Дурость, а? Убьет сейчас. Ну, давай, еще разок. Да еще разок. Уходим из этого говна. Это проклятие местное. Ой, это было сейчас тупо. Я в могилках застрял. В мобильных. Сейчас промахнулся. Гений попадания. А, у вас попадания все, что ли, такое умеют? Птики. Кобесы. Топором, кстати, не очень, на самом деле. Фонтан. Он хорошо дамажит за один удар. Так. Смотрим, чтобы у нас не прилетел камень сейчас. Здрасте. Здрасте. Успокойся. Успокойся. Блин, отравление меня не так сильно дамажит, прям, чтобы париться по этому поводу. Просто каждый раз есть таблетки. И напасешься таблеток. Так, я слышу мелкого ублюдка, но он куда-то уже свалил. Алло. Главное, чтобы большой ублюдок на меня не рыпнулся. Так, дяденька. Я иду за твоей волосатой жизнью. Он не умер, естественно, да? Потрясающе. Но он отравился, кстати.
кидает все. Ну что ты такой довязчивый? Ну, ты же даже не видишь меня. А все равно кидаешь. Подонок. Общество. Это тут нельзя никак уронить. Жаль. Ладно, противоядия у меня много. В принципе, можно юзать. Потому что бутылки кончаются. Я сам себе противоречу, я знаю. Ой, нифига себе. Ты еще живой, что ли? Господи. Фух, ладно. Эту угрозу мы устранили. Наверное, нам туда. Но я, в принципе, наверное... Кто-то ходит. В принципе, наверное, я бы убил и тех... белых тварей. Но с удовольствием бы сначала открыл какой-нибудь шорткатик. Если он здесь имеется. Ой, ёпта. Чё это за тварь ещё? Да ты нафиг. О, на безумие у меня вызывает. Нет! Безумие. О, на мать. Поймала все-таки. Ну, сволочь же, ну. Ухудшите у ворота в игре. Все, я труп. Потрясающее начало. Все. Херач по новой всю эту ссаную локацию вонючую. Все. Пошел ты нахуй! Забодал меня уже. Вася, сколько у вас таких будет, интересно мне знать. Ртутный... Естественно, это ж такой простой враг был. Всего лишь ртутные пули с него выпали. Ну да. Че еще ожидать? Говны игры. Баланс не, не слышал. Тут тут что такое? Подозрительное. Там срань сидит. Серьезно, сюда нет выхода? Потрясающе. А, нет. Фух. Хоть какой-то, но есть. Откройся. Ты ящерица, должно отдавать. О, кусок кровавика, я могу проапгрейдить оружие. По-моему, уже не первый. Я не обратил внимания, что я взял. Фух, ну наконец-то я эту тварь убил, блин. Все души просрал на ней. Проблема в том, что она не дает вообще возможности как-то отреагировать, адаптироваться под ситуацию. Убивает практически мгновенно. И узбогоительная нихера не помогает. Если кто-то думал, что его как бы надо было использовать, здесь нет. Бесполезно. На секундочку помогает, а потом опять наполняется полоска, ты умираешь. Что там корабли какие-то, по ходу дела. Иди ты нахер! А-ля-ля тебе! Иди пой песенки в другом месте. Сука. Это ж такая же тварь там сидит где-то. Глазастая. Ёп твою мать. Что делать? Мне некуда деваться. А, нет, подожди, это может быть это королева, которая в окровавленном платье была. Она, может, поет. Чё, поверни назад. А, предмет же впереди. Может, я зря парюсь. Я очень надеюсь, что эта глазастая тварь, она не возрождается. Потому что, ну, это какой-то пипец.
Я просто пошел в сон охотник, уже купил эти молотки и закидал. Потому что не хотелось подходить ближе и тратить время на увороты. Здрасте, здрасте, да. Угу. Давно не виделись, мать вашу. Это в бане. Пока вот не до вас, честное слово. Ой. Это замок. Там, наверное, какой-нибудь босс. Вот это вот очень похоже на арену для сражения с боссом. Мне нужен шорткат. Я требую от заседания шорткат. Ну иначе нахер, я просто затрахаюсь пробегать все это. По новой потом. Кто там орет? Ты один? Давай ты один такой. Сука, он один меня сейчас вольнет. Умри уже, ну. Капец. Так. Чё у вас тут есть? Обрыв вниз, смерть, зло, унижение. Все понятно. Да, это шорткат, наконец. Включить. Это шорткат. Наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Я даже, наверное, не поленюсь, сгоняю в сон охотника на эти жалкие 12 тысяч. Куплю банок просто здоровья. Может пригодится потом, и мы продолжим. Понаградили блядских могил. Понять не могу. Подъем-то. Не сюда. Что за херь? Как вернуться-то? Что-то я потерялся. Здесь же лампа. Это мне просто не по глазам. Да нет, она в пещере наверху. Ой, короче. Заново с этого кошмара, мать его. Ты еще и так умеешь. Посмотрим. Глаза стоят, а
Создание, оно возродилось или нет? Я должен знать своего врага. Ого. Туда падать не рекомендуется. Да, смотрите, ходит. Сука. Ну и зачем ты туда упала, скотина? А еще одна исчезла, да. Так, ну я понял, да. Понял. Тварь там, короче, это ходит и песенки поет. Потрясающе. Повторно я убивать ее на данный момент не хочу. Значит, опять будет 3 дня и 3 ночи. Так, давайте посмотрим, что тут. Что тут? Тут твари белые. Приятные. Ведет. Понятно, в ад. Да, я понял, что ты бесконечно бить умеешь. Оно еще живое. Борис, это пей! Господи, что я делаю вообще здесь? Почему я так коряво все это делаю? Я без понятия. Так, очередная. Это ушла. Класс. Там что-то лежит. В принципе, да. Че ты ползешь сюда? Иди нахер. Ой, это что такое? Подозрительные цветы. И ты нахер. Да пошел ты нафиг! Я чё, псих, что ли, с ней связываться? Ой, зачем я выпил? Дурак. Дурак! Там опять, блин, это глазастая мразь стоит. Я не, нет, просто нет. Я отказываюсь с ними связываться. Это пока что на данный момент самый злой враг из всех, я имею в виду, рядовых мобов. Очень уж она неубиваемая. Точнее, убиваемая, но больно делает. Так. Что-то там я все проверил или нет? Давайте здесь посмотрим. На той стороне, на этой стороне сначала немножко. Потом пойдем посмотрим, не босс ли там случаем. Здесь больше проходов нет. Нет. С них там что-то вроде падает с этих глазастиков, но оно того не стоит, на мой взгляд. А, я здесь смотрел уже, да. Здесь ничего нет. Ничего. А тут... Это замануха. Я знаю, что там нельзя находиться на этих камнях. Так, ну пойдем направо. Посмотрим, чё, кого, куда. А если тут такая же какая-нибудь тварь, которая безумие меня травить будет, что я буду делать? Я умру. Что я буду делать? Что пишут? Тайна, высшие существа. Какие высшие существа? Ой, ладно, пошли. Да это босс. Это, блин, уже видно. Амидала. Понятненько. Если ты здоровая.
лазером пилить меня. Чё? Ты вы смеетесь, что ли, надо мной? 7? Что вообще? Что делать? Как это бить? А? Господа. Понимаю, конечно, что она злая и убьет меня сейчас. Как ее убивать? У нее там какая-то... О, наверное, череп надо убить, да? Ой, череп что-то у нее... Блядь, сделал. Ну как так? О, по черепу надо бить. Ну это, блин, сложно будет. Короче, я вот тоже что-то влетело. Ой, мне ж наверняка ни один, ни одна фаза в бою. Ой. Ого, ваншот. Потрясающе. Обожаю боссов с ваншотами. Да, я вообще могу с ваншотами. Ой. Чё-то я вообще не уверен, что я с ней справлюсь. Точнее, я абсолютно уверен, что я с ней не справлюсь. Слишком уж херня злая. Злая херня. Блин, опасный вот. Опасный лифт. Подбось. Хорошо, блин, столько через него надо пройти, чтобы добраться до босса. Остальных вообще можно игнорировать. Все это ядовитые братья. Блин, ну неприятный босс. Здоровая, блин, как. Колонче. А, ну то есть ты сразу решила лазером убивать, да? Офигеть. Может не надо? Лазером-то сразу. Не обижайся. Блин, у тебя вообще... У тебя же не голова, у тебя какая-то херня голимая. Ой, что я делал? Я ж случайно. А, блин, в руки хочу попробовать попасть. Для разнообразия. Ой. Ого, болезненно. А ты успокойся. Я пришел дружить. На самом деле. Как ты не попал-то по ней? Василий. Где тебя учили, блин? В Академии штурмовиков, что ли? Опа. Ей захорошело. Блин, можно было, наверное, сейчас... Опа. Опа, опа. Америка, Европа. Можно было сейчас, наверное, провести...
критическую атаку. Ой, у него кровище плечи. Это обидно. Ой. И ты пень. А, понятно. У нас на все наблевывает, да? Так, что-то там будет. Это даст. Ого, красиво. Не попал, зараза. Нервничать так. Прими узбогоидельное. А мне снаружи по руке тоже. Ты тише будь! Как можно было не попасть-то? Ну блин, ты реально какой-то штурмовик имперский. Твой инвалид. Она руки себя оторвала. Знакомое, кстати, поведение. О-о-о-о-о-о-о. Пью-пью-пью такая. Вот ты, блин, что-нибудь новое там можешь делать? Ух, ёпта. Третья фаза.
Поворачиваюсь, но... Плевать, да? Косил, блядь. Ой, увернись ты, ну что ты стоишь-то, как валенок, блядь? Ой, мне пиздец, ой, мне пиздец, ой, мне пиздец, ой, мне пиздец. Сука, кончено, блядь, у меня уже руки вспотели. О, ну началось потом сейчас, блядь. Лазерные игры. Что ты, блядь, попадать-то будешь, нет? Хуй, блядь, тупорылый. А, да-да. Полечился. Писающий полечился, блядь.
Но она еще живая. Нет, все. Ой, слава яйцам. Чаша больного Лорана. Поздравляю вас с этим. Кровища. Лампа где, пидоры? И хер с вами. Так-то босс, в принципе, простой. Просто, блин, ваншотает периодически. Скотина. А так, по сути, очень медленное и очень большое. А, вон лампа. Да будет свет, сказал медведь. И перерезал провода. А я с вами прощаюсь, потому что уже задолбался играть. Подписывайтесь, комментируйте, приходите еще. Всем пока.